Дождь закончился. Ладно, морпех, у тебя есть задание. У нас заканчивается топливо. И боюсь, мы к городу не дотянем. Мы разобьемся в воду и утонем. Тебе надо поискать топливо. Вокруг нас ничего нету. Просто пустошь. Ничего нет. Ничего. Кроме вот этой базы. Проникни туда. Если там будут ксеноморфы, это чужие, если что. Тогда беги к нам, если их будет много. Если будет мало, попытайся сам зачистить. У тебя импульсная винтовка новой разработки. Также новая броня. Давай, удачи тебе, морпех. Скорее возвращайся сюда, как найдешь топливо. Иначе мы подохнем здесь быстрее. Мы заметили несколько чужих ксеноморфов недалеко от нас. Боюсь, они могли и нас заметить, могли приближаться. Да, если ты не успеешь, мы можем раньше времени сдохнуть. Что, давай как можно скорее. Удачи, морпех. Ну, с Богом. Да, сэр, будет сделано. И попытайся вернуться как можно скорее. Или нас сожрут. Так, вроде бы ничего сложного. Просто найти топливо для вертолета. Потом улететь. Да, страшновато, конечно, идти одному. Ну что ж, приказ есть приказ. Сразу вижу уже много целей. Главное, чтобы это просто были трупы. Все-таки база заброшенная. Так, здесь сразу на цель. Это труп, просто труп. Боже мой, как его кромсали. Главное, чтобы со мной такого не случилось. Так, кажется, я забыл зарядить магазин. Так, все. Фух. А если там был бы не труп, не крышка была бы. Так, давайте его сравним. Очень много целей. Вроде не двигается. Значит, может мертвый. Будем надеяться. Так, вертолет. Сразу видим возле него кейс. Так. Так, есть топливо. Что это за звуки? Мне кажется, оттуда доносится. Я боюсь, что это не трупы. Надо проверить. Или будет паранойя, когда буду отсюда уходить. Да, как в каком-то ужастике. Иду в то место, где услышал звуки. О боже, это оно, это оно. Давайте поаккуратней. Так, вроде одного убили. Но вижу еще несколько. Так, давайте потише, поаккуратней. Вижу, вижу, бежит, бежит. О боже, уже убит. Ой-ой-ой, трупы, трупы. О боже, что это такое? Это и есть ксеноморфы. Так. А вот эти контейнеры. О боже! Так. Минус два. Вижу еще. А. Блин, это же свой. Кажется, он уже мертвец. Труп. Труп. О боже. Черепа и неизвестный. Надо будет доложить. О боже. Плюс. Надо будет доложить все капитану. Так, еще один. Ай. Фух. Живой. Минус. Всех убью. Прости, чувак. Да, ты уж, наверное, труп. Так. Ну, вроде бы уже все чисто. А вот эти контейнеры. Где же это? Как ее? Королева. Вроде нигде ее нету. Ладно. Надо убираться отсюда. Сдоложить. Слава богу, что у меня все записывается. Покажу это все капитану. Боже, что здесь произошло? Трупы. О, это эти лицехваты. Трудовом. Яйцо. Ладно, надо убираться сюда поскорей. Топливо у меня. Все, ухожу отсюда. Моя задача выполнена.
Надо будет позвать зачистильщиков, пока вернемся на базу. Чтоб проверили здесь все и убрали трупы. Может будет это наше убежище. Это наша первая база разгромлена. Еще 3 цели. Еще надо убираться. Чужие повсюду. Капитан. Давай поскорее за вас вертолет, я прикрою. Или нас сожрут. Они уже наступают. Быстрей. Так, все двигатели запускаю. Готовимся к взлету. Приготовьтесь. Взлетаем. Взлетаем. Наша следующая остановка. Город. До города мы долетели. Попробуй сесть на том магазине. Только осторожнее, либо разобьемся. Наконец-то прилетели. Морпех, за мной. Мертвый город. Да, мертвый. Ладно, морпех, твоя задача очистить этот магазинчик и вокруг его территорию. Думаю, здесь мы расположим нашу базу. Да, все люди сбежали отсюда. Все. Из-за сраных ксеноморфов. Ладно, морпех, понял задачу? Да, генерал, приказ понял, задача будет выполнена. Так, я уже их слышу. Я вижу уже несколько целей. Вот оно! Вот оно! Так, давайте. Здесь зарядим оружие. Так, не знаю даже зайти с какого лучше. С того прохода или с того. Вот она. Так, минус один. Боже мой, они ко мне собрались, они меня ждут. Ой-ой-ой. Еще идут. У меня патроны закончились, давайте переведимся. Кто? Ты шо, и сколько трупа. Еще один. Минус. Мертвый. Мертвый, а хвосты еще дрыгаются. Значит, мозг еще живой. Так. Ты шо? Трупы. Так, все, здесь чисто, они все прибежали оттуда. Так, моя задача выполнена. Надо возвращаться к генералу. Мертвый город. Мертвый. Я помню, как здесь жил. Так. Тут одни трупы. Генерал, задача выполнена. Можете спускаться. Молодец, морпех. Я уже вызвал подкрепление. Скоро сюда приводят несколько машин, оружие, несколько солдат. Осталось только подождать. Подкрепление прибыло. Так, морпех, иди, посмотри, что они за оружие привезли. А потом возвращайся ко мне. У меня есть к тебе задание. Так точно, капитан. Наконец-то привезли новую разработку оружий. Да, я о них слышал. Они очень эффективны. Что же выбрать? Столько всего. Вау. Ух ты. Да, ученые постарались. Прям сделали оружие будущего. Вау. Думаю, возьму вот эту попробовать.
Так, надо к ней взять патроны. Ага. Это, по-моему, есть. Так, давайте перезарядимся. Вау. Так, теперь иду за заданием. Капитан, я выбрал себе оружие. Да, оно офигенное. Так, морпех, твое задание — отстреливать чужих. Убей как можно больше этих тварей и потом возвращайся сюда. Ты меня понял? Хорошо, будет сделано. Вот и славно. Давай, удачи.